В соответствии с решением главы государства 9 мая в городе Минске проводится военный парад во знаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут. Парад планируется завершить плац концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра. На параде планируется проведение тренировок, еженедельно по 3 тренировки. И в конце проведем 2 генеральные тренировки до 5 и 7 мая. Также планируется участие в параде представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая.